Баба Вера, опять с вами, мы опять вместе, и снова мы вместе. Такое вот, знаете, погода такая, такое настроение. Хочется что-нибудь такое сделать, но, наверное, надо будет пойти борща наварить неправильно. Да? Сейчас вот отсниму ролик вам и пойду наварю борща. Так что, борщ я люблю. Ну что, а сегодня Мия Бойко, ауф, 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 кто-то уже пел, да? Поехали. Это пацанский мув, продохни, обессудь, но ты везешь по муху. Когда водила протянул, ауф, сейчас включу. Все мои волки делают, ауф, ауф, ауф. Это пацанский мув, ауф, ауф, продух. Приглашаю на сеанс, одеваешься в купальник, ты танцуешь реверанс. Это пацанский мув, продухни, обессудь, но ты везешь пану. Когда водила протянул, ау, все мои волки делают, ау, ау, ау. Это пацанский мув, ау, ау, продух. Ауф! Класс! Прочитала под роликом, что это они поменялись. Но получилось круто, танцевально, веселое такое, зажигательное. Мне понравилось. Да, и смотрю, 1 600 000 просмотров. Значит, ни одной не понравилось. Хорошо, что в комментариях написала, что поменялись. А то бы думала, что сперла. Да. Хотя многие так, наверное, и не читая, думают, что сперла. Я прочитала. Он молодец, молодец. Получилось весело так. Картинка такая яркая, прикольная. Приятно смотреть было. Мне приятно было. И танцы ее мне понравились. Вот такие зажигательные. Да и синие волосы. О. Я на них внимания не обращала. Или себе покраситься в синий цвет. Даже не знаю. Я представляю, если бы я вышла с синими волосами. Я когда-то в молодости творила чудеса. У нас тогда было модно красные волосы. И я покрасилась. Пришла на работу, там все, потому что я должность занимала, на меня ни слова сказать не могли. О. При должности человек раньше как-то с таким уважением относились. А когда домой приехала с красными волосами, ох, от отца я и наслушалась. Так что я подумаю насчет синих волос. Могут не понять. Еще скажут, как мне говорят сейчас, ты бабка, что тут бабка делает в Ютубе? А вы что делаете в Ютубе? Что, я не человек, что ли? Почему удивляться, бабка в Ютубе? Это хорошо, это прекрасно. В Ютубе представлены все поколения. Это мне нравится. Не только там мелкота какая-то, не только, ну, есть и пенсионного возраста, есть. Ну, короче, всякие. Вот, так что мне это нравится. Ну, а тебе, Мия, успехов, успехов. Давай дальше, меняйся. Это очень круто получилось. Мне понравилось. Пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.